На Красноярскую мэрию могут возбудить уголовное дело за снесенный забор. Ограда Троицкого кладбища оказалась историческим памятником. Она включена в реестр охраняемых объектов. Ранее департамент горхозяйства заявил, что забор аварийный и представляет угрозу для прохожих. Его проще поменять, чем реставрировать. Заключили контракт с подрядчиком на 900 тысяч рублей и начали работы. После этого их остановила служба охраны памятников. Но к тому моменту забор уже практически полностью уничтожили и вывезли на свалку. Историческую ценность представляют также и кирпичи, которые лежали в его основе. В мэрии пообещали провести внутреннюю проверку и принять решение о восстановлении объекта. Была информация о том, что Троицкий погост входит в состав объектов культурного наследия. А что входит в понятие Троицкий погост, Покровский погост, тоже не было перечислено. Определенные ответственные лица, не вчитавшись в эту информацию, приняли решение. Поэтому дальше будем разбираться на самом деле.